хочет взять слово, комментарий, стойте. Раз уж у нас так пошло. Да. Пожалуйста. Я просто хочу поблагодарить Валерия Владимировича, потому что он был инициатором сотрудничества, он подошел к нам с Марианной Валерьевной на конференции. У нас даже тогда еще никаких мыслей, идей, ничего подобного не было. И на протяжении 3 лет, 3 года, да, мы с вами вместе сотрудничаем. Ну, это только мечтать можно было о таком сотрудничестве, взаимодействии, взаимопонимании, поддержки во всех вообще самых сложных ситуациях. И я тоже очень надеюсь на продолжение, Валерий Владимирович, на любой площадке, выходите, но с вами. И, конечно, с Максимом Борисовичем. Это тоже была очень приятная страница нашей истории. И когда работают единомышленники, всегда результат бывает. Спасибо. А не когда лебедь, рак и щука. Спасибо. Спасибо.